Ну, а в Приморье из-за циклона в 5 населенных пунктах нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады сейчас срочно переключают котельные на резервные источники питания, дизельные электростанции. Непогода обрушилась на регион накануне, уже выпало почти 3 месячные нормы осадков. Снежная буря осложнила работу скорой помощи. Во Владивостоке почти полностью заблокированы внутридворовые проезды и дороги в частном секторе. В ликвидации последствий удара стихии сейчас задействовано около 2000 человек и более 1000 единиц спецтехники. МЧС рекомендовала сократить рабочий день на предприятиях. Детские сады Владивостока перешли на дежурный режим. Во многих районах края отменили занятия школьников и студентов. Из-за снежной бури вторые сутки нарушено движение на автотрассах. Не ходят междугородние автобусы. На самых сложных участках развернуты пункты обогрева, где круглосуточно дежурят спасатели.